Общество с ограниченной ответственностью «Оренбург-Гастранс» предлагает в аренду офисные, производственные и складские помещения от 20 до 500 квадратных метров по адресам: улица Терешковой, 144, и улица Транспортная, 2. Телефоны для справок 73 24 72 и 21 05 81. Продают двухкомнатную квартиру площадью 73 квадратных метра в Оренбурге по улице Липовой, 1. Цена 3 миллиона 300 тысяч рублей. Телефон 21 53 33. Продают трехкомнатную квартиру улучшенной планировки в Кувандыке. Телефон 8 90 68 400 673. Продается двухкомнатная квартира 70 квадратных метров, частично меблированная, в Оренбурге по улице Герцена, 47. Телефон для справок 22 73 07. Продается двухкомнатная квартира по проезду Майскому. Цена 1 миллион 600 тысяч рублей. Срочный торг уместен. Телефон 202 605. Особые скидки пенсионерам и дачникам на профлист. В компании «Оренбургский профметалл». Телефоны 99 24 24 и 99 24 23. Во всех магазинах «Славянка» с 21 по 24 февраля скидка 20% на товары для мужчин и мальчиков. Ремонт стиральных машин, запчасти, телефон 60 60 80. Набирают автомобили «Газель» на маршрут 49, телефон 90 73 36. Оптовая база реализует мясо, рыба, куры. Низкие цены, доставка. Телефоны 45 09 52 и 38 23 05. Обучение охранников. Школа охраны «Долг-2». Телефон 58 27 25. Ресторану требуется заведующий производством. Телефон 20 24 25. Требуется парикмахер. Телефон 20 06 98. В пекарню требуются пекари и повара. Зарплата достойная. Телефон 8 932 535 11 59. Требуется оператор со знанием 1С. Телефон 8 922 853 88 93. Вахта. В Западную Сибирь требуются лицензированные охранники и полный соцпакет. Телефон в Самаре 338 04 64. Код 846. Требуются фасовщицы и фасовщики. Телефон 202-803. В производственную организацию требуется системный администратор, знания и опыт ЛВС, серверов Windows 2000, Linux 1С, а также разнорабочий с навыками работы слесаря-сантехника. Телефоны 30-62-54 и 30-62-53. Резюме на e-mail, который вы видите на экране. Требуется рабочий по обслуживанию зданий. Телефон 92 95 45. Организации требуется бухгалтер. Звонить 64 57 28. Требуется оператор асфальтобетонного завода, сметчик с опытом работы в дорожном строительстве, мастер и дорожные рабочие, а также машинисты на асфальтоукладчик и каток, водитель на автотрал и механик. По всем вопросам звонить 8 987 343 25 12. Требуются пекарь и повар европейской кухни. Телефон 21 34 74. В пищевой производственный цех требуется сотрудник с санитарной книжкой. Оформление по Трудовому кодексу. Телефон 8 987 876 26 73. Требуется врач-стоматолог на терапевтический прием и в стоматологию медсестра-медбрат. Телефон 92 14 04. Требуется водитель на 38-й маршрут. Телефон 223 999.
требуется повар и посудница. Телефон 90-84-60. Вахта, Москва, требуются охранники. Телефон 8-919-863-59-15. В офис требуется уборщица, уборщик. С 8 до 17 часов. Полный соцпакет, оформление по Трудовому кодексу. Зарплата 11 тысяч рублей. Звонить с 12 до 17 часов по телефону 27-97-10. Требуется продавец со знанием 1С торговля. Зарплата 16 тысяч рублей. Телефон 20-50-41. Вахта, Москва, требуются водители. Телефон 29-10-62. Завхоз 37 тысяч рублей, администратор 24 тысячи рублей, телефон 46-68-97. Администратор 22 тысячи рублей, снабженец 35 тысяч рублей, помощник руководителя 45 тысяч рублей, телефон 42-34-18. Педагог в офис 25 тысяч рублей, документовед 20 тысяч рублей, телефон 61-40-34. Банковские сотрудники, работа с клиентами от 19 тысяч рублей, телефон 94-55-44. Снабженец 33 тысячи рублей, медработник 26 тысяч рублей, телефон 23-83-25. Сотрудники в офис до 50 тысяч рублей, телефон 69-54-01. Официальная офисная работа 26 тысяч рублей, телефон 26-69-54. Кадровая документация 25 тысяч рублей, телефон 60-44-71. Кадровик 25 тысяч рублей, товаровед 30 тысяч рублей, телефон 60-37-80. Делопроизводитель 28 тысяч рублей, товаровед 31 тысяча рублей, телефон 93-56-15. Сотрудник на документооборот, ассистент руководителя, телефон 26-35-65. Кадровик, можно без опыта, 18 тысяч рублей, телефон 59-49-40.